Астрен, ребят, за игру. Я только учусь играть, поэтому вот строго не судите, да. Враг. Бывает. Бывает, да. Ну чё? Так. РЦВ, да? Нормально он его вжарил. Чисто циркулярочка заехала. Продаю. Да я думал, может быть, слить ее. Вот, может быть, что-то другое. Помощнее. Ну, пока что я просто кинул ее и все. Привет, Латерал. Как выполнять пари громовержец? Это же что-то с самолетами связано, да? Блин, он так медленно едет, капец. Козёночка. Блять, ну вот сука. Пакость такая. Сидит, блять, на своем ДФе за скалой. Как это угадать? 22 секунды теперь. Недорого, нет? Но это самая жирная версия. Это же вулкан. Да. Еще один справа. Так. Давай. Отлично. Так, ДФ остался, получается. ДФ где-то остался. Вчера был бой, у меня 20 фрагов на советском Шермане в аркаде. Жесткий. Блин. Новая? Не знаю. Насколько новая 3080, и может быть вулкан там стоит 112? Не знаю. Но кинь ссылочку, я гляну. Куда-нибудь вниз. Блять, ДФ этот. БМПшка, да? Здорово, Сморогроман. 114 горит. Бэха его сожгет, наверное. Туши его давай. А чё, потушить никак? О, нормально, он выжил, слушай. Какие хрена он тут затанчил? Но ему это не повезло, она его убил.
Летит, блядь, злой. Не, промахнул. Куда-то мимо полетел, видимо. Отбились. Пойдет. Дробоксер. Он вообще долго прожил. Прям очень долго, слушай. Сколько он танковал на ней стоял. По нему бэха стреляла. ДФ кумулятивами, кстати. Кумулятивами. Нет, он выстрелит. Сам же все заговнил. О, 54. Блять, вот это я обосрался. Вот это я сейчас попал жестко, конечно. Ладно, хоть он не пробил меня. Сейчас будет летать здесь коршун этот. 29 секунд, а еще жесть. Блин, он сзади сейчас приедет. Да, петушара, блядь, летающий. Правильно, въебись в землю. Вот так вот. Достойная смерть для дебила. Поле танк сверху будет. 25 секунд, это зенитка, их там двое. Один ближе, один, блядь, но это походу мега Белла. Радиатор, блядь, в борт. Что вы поняли? Что? А почему? Или это киллкам наебал? Это киллкам. Киллкам обманул. Почему он не стрелял? Вопрос. Это обманул киллкам? А, вертолетчик. Две 452, блядь. Привет. А, вертолетчик законтрил меня нормально. Вверх, блядь, летает. Ура, блядь. Сбил говнину. Ай, блядь. Может, успеем? Но тут вряд ли мы успеем. На Канберре. Очки быстро уходят, сейчас точку захватят, а они вообще быстро потекут. Ну, блядь, я не долечу, ну камон.
слишком далеко лететь. Слишком далеко, наверное. Я тоже думаю. Было бы половина очков. Вот так вот было бы, я бы долетел. С остальки нет. Но она очень медленно летит. 300 километров, бля, 500. Десять километров. Ну, прилетел половину. Очки быстро уходят. Скоубер, ядерка 6-7 ВРБ. Крополя прям остаются. 811-755. Не, они очень быстро текут, сука, я не успею. Пятьсот три. 391. Сто тридцать девять. Блять, чутка не успел. Чутка не успел. Прям чуть-чуть не хватило, блять. Секунд, наверное. Секунда три, наверное, где-то. Может быть, пять. Блять. Да. Секунд пять не хватило где-то. Почти. Да-да-да, чуть-чуть. Эти два говнаря сразу полетели меня сбивать тут же, конечно. Но не смогли. Даже в лоба не смогли. Один вообще, по-моему, разбился по итогу. Да, чуть-чуть. Ядерка сбрасывается на карту. Вот. Сколько ядерку дают? За 2500 очков. И за нее насыпают 15 тысяч серебра. Хвостом на взлете не вилял. А, не вилял бы, успел. Какая разница, блядь? Это что, он хочет сказать, что если бы я не вилял хвостом, я бы себе сыграл 5 секунд времени? Нет, блядь. Тут просто он медленно разгоняется и все. Нихера бы я там не успел. Это вы в чате только успеваете взлететь, там, если хвостом не вилять, если стрелять из пулеметика, то можно очки набить. Это я знаю вас в чате, блядь. Задротов, блядь. Но по факту, на деле ты бы и хер долетел один. Нихрена.